Здравствуйте всем еще раз. Меня зовут дядя Саша. Вон знакомый девчонкам и мальчишкам. Да? Тихо. Ну быстрее. Девчонки смотри. Где-то были. Не надо им перчатки нормальные. Что там? Девчонки? Вот девчонки молодцы. В общем, трактор этот является гоночным. Он переделан из обычного трактора МТЗ. Знаете, да? Синий вот у нас дорожки убирает. Пашут на нем. Вот тут у вас, может, видели, да? Сено убирает. Вот простой трактор. Беларусь, да, правильно, вот это он уже знает, молодец, Владислав, молодец, знает. Конечно, здесь все изменено, то есть здесь двигатель нафаршированный. Гоночный. Да, в нем уже сделан он фаршированный, как вам сказать. Да, сделан. И вы слушаете сперва дядю Сашу, потом вопрос задавать будет. Ну давай, спрашивай. Для улегчения, чтобы легче было спортсмену рулить. Для этого сделано было такое. Ну, изменено передними. Начнем с двигателя. Да? Во-первых, надо сначала, чтобы сделать гоночный двигатель, надо его добавить в лошадиных сил. То есть крутящий момент изменить в двигатель. То есть была заменена поршневая, усиленный коленвал поставлен. Да, кто знает, турбина, да, для чего? И турбина стоит здесь. Да, здесь стоит турбина, стоит кулер, добавочный для охлаждения турбины. Ну, соответственно, чтобы участвовать в каких-то гонках, должен быть каркас безопасности, то есть вот, усиленный трактор. Да, это все мы варили, сами делали. Каркас безопасности, ремни на 5 точек. Дядю Сашу кушаем. И шлем должен быть обязательно. Ну, поскольку я сейчас не гоняю ни на гонках, то есть я шлем с собой не взял просто. Ну, как бы так у нас обстоит дело. Тюнинг сделан для красоты, для держатель фар. Здесь для крыльев держать еще не доделали, будем делать. Да, и чтобы участвовать в гонке, чтобы кто-то было столкновение, чтобы не зацепиться друг об друга. Еще тут задеть эти молодец. Вот, молодец, как зовут? Илья. Илья, молодец. Это от дождя, правильно говорит Илья. Когда грязь, чтобы не летела задними, задними идущие. Задним колесом. Задним гонщиком. Да. Решите вопрос. Была усилена электроника или... Это для тракторов. А сколько оно занимает? Оно на выживание отвечает гонки или... Да, ну там по-всякому, и на скорость, и на тягу, и на ловкость. Да. Ну, можете набрать, кто и кому интересно, Бизон Трек Шоу в интернете. Я смотрю. Да, вот смотрю. Ты что-то везде у них узнаешь. Стреляешь, если всех и песни поешь. Кто хочет посмотреть, допустим, что я за дядя Саша, можете набрать на тракторе по России. Там еще один ролик. А вот это вот что такое? Что трактор тоже. Это фильтр тонкой очистки. Это бензин. Водичку, когда пьешь, не пьешь же из-под крана. А трактор тоже ее не пьет, он ее фильтрует. Вот это мотор. А сколько он разгоняется, дядя Саша, расскажите. Вот. А давайте мы угадаем, давайте. Поиграем. Давайте. Сколько он? 200 км/ч. Сколько? 250 км/ч. Нет, давайте по очереди. А диски, дядя Саша, у вас самодельные, вот задние, да? Да, все самодельное. А можете капот открыть, хочу посмотреть. Так капот у тебя все снаружи, генерирует все, да, давай. Нет. Давай. Вы свои каналы видите? Да. Называется Александр Маляр, если кому-то интересно будет. А почему? Горячий двигатель, аккуратно. Двигатель горячий. Руками отойди оттуда, Тёма. Конечно, подняться, но вот это не пробует. И не надо, Саша, вообще не надо. Дети, в общем, здесь турбина, через кулер идет на впрыск. Камера разгорает. Мешается с топливом, происходит взрыв, и вот это не пробует. А сколько лошадиных сил в этом тракторе? Кто угадает? 31 миллион! Ого, такое 400 км/ч, 31 миллион. 70, это было изначально у него, когда он был. Сейчас в нем... 90. Так, 80. Побольше. 120. 110. Еще побольше. 130. 140. Еще побольше. 150, что ли? 190. 170. Вот ты угадал. Молодец, Саня, 170. Как зовут? Аккуратно. Андрей. Андрюш Брюхов, молодец. 170 это лошадей. Вот. Это... Они один километр. Что вам еще показали? Один
настоящие или на самом деле? Это диски настоящие. Это дает Тундра. Концентрация наливаемая. А сколько стоит этот дорогой трактор? Вот, хороший вопрос такой. Немного кто задает, но я сам не знаю на этот вопрос ответ отвечать. Здесь понемножку все покупаю. А вот если хочешь купить этот трактор, да? Да, хочу купить. Вот ты его не купишь. Да можно. Только кнопочки не нажимать, вот, просьба. Ах, нет, оцените! Так, ребята, кто хочет посидеть? Я! Сейчас первый хочет посидеть дядя Саша. Потом он хозяин, потом мы будем пацаны. Нет, так, а пусть залазит за руль прям, садятся. Ну, только кнопочки просьба не трогать, ладно, ребят? Да. А почему надо закрыть кабину капот, выходит видно именно в кабину? Вылезет сначала Артемка. Что делаем? Прыгали. Хоп. Это мой скат. Скат. А это что, парашют открываете? Это мы, да, делаем. Это парашюти. Смотри. Да. Самолет называется скат. Давай. Ага. И он бочку. А у меня называется... У меня броненосец. Ага. Броненосец. Точно, броню бьет. Гриша, иди знамя принеси, я тебе... Гриш, можно я тебе знамя покажу? У меня называется тигр. Ну-ка, кидай. Мама, о, тигр сама дальше. А почему пионер? Первый? Первый в своем роде на Урале первый. Прикольно. Пионер, так, ну, расшифровывается. Кого пригонить в трактор? Спасибо большое. Ну, ты как? Сами пашешь. Молодец. Что, хочешь посидеть? Один вылазит, второй сидит. У нас пошел дождик. Ребята, вот. Аэродром Балты. Поездить нельзя, потому что сиденье спортивное. Когда будешь спортсменом... Так, есть флаг у них. У него ВАЗ-1106 на двигателе. Слушайте, знаете, какой самолет промок? Побеби-ка, Никита! Я себе... По очереди, ребятки, по очереди. Я тебя слушаю. Я себе... Все, есть, следующий, давай, Маша. У нас дед тракторист. Теперь я. Хлебороб. Я себе куплю трактор, знаете, за сколько? И второй. За миллион тысяч долларов. Ого, это большой трактор. Так, можно я буду у тебя на руках? Ой, ты, нет, не надо. Гриша, давай. Привет, пятилетки. Есть фюзеляжи в самолетах. Здесь уже готовые стоят. Ну, вот так вот пригласили меня на наш Балтымский аэродром. Аэродром Балтым. Хотят сделать у нас секцию там в комплексе, прям в поселке Балтым. Школа парашютного спорта, по-моему. Ну, сейчас мы дойдем, я спрошу у Вячеслава, как это все будет происходить. Ну не всех не надо выпустить, задавайтесь. Вячеслав, расскажи, пожалуйста, вот что у вас за школа и где это все будет происходить? Я вот, ты меня пригласил, огромное тебе спасибо. Пожалуйста. Да. Такие люди нам нужны, мы занимаемся детьми нашей организации, именно ребятишками с ОВЗ, также без отцовщины занимаемся. Есть родители-волонтеры, которые помогают. Изначально школа настроена на пацанов, школа мужского воспитания. Здесь написано, центр мужского воспитания, держи краба.
Мы занимаемся, что у нас самбо, рукопашный бой, парашютное дело, авиамоделизм, конный спорт, все это наше. Также стрельба, сегодня ребята стрелялись. Столярное дело. И столярное дело, молодец. Ребята, ребят, сюда отошли. Садите. Еще чуть-чуть, подойдите. Скажи, я тут слыхал, в Балтыме вроде школа какая-то открывается. В Балтыме, вот именно здесь реанимируется аэродром, и в августе будет большое авиашоу, посвященные открытию лагеря Николая Кузнецова, который в 90-х годах разрушили, когда Союз развалился. Первый заезд, который вот с 90-х годов, это вот наши ребята. Вот посчитайте, сколько времени прошло, первый геройский заезд, условий здесь никаких, мы по сути. Неделю, да, на костре готовим все остальное. Ребята, герои настоящие. Да, я вот смотрел, что вы как будто бы как пионерчик к вам приехал, и вы тоже как пионеры здесь, как первооткрыватели. Именно, да, и вы пионеры, и мы пионеры. Мы после 90-х первые. Ну, пассионарии, как раз, люди сами пассионарии друг к другу притягиваются. Да. Сумасшедшие друг друга находят. Отойди оттуда, молодой человек. Да. И такой вопрос. Давайте я вам, наверное, сейчас все покажу, как он конечно. Лезет. Конечно. Детям будет очень да, интересно. Аккуратно только, чтобы как бы на сторонку отойдем. И все, наверное. Все. Еще раз. Ну-ка, ребятки, давайте сюда быстрее. Не мои. Мой. Нифига себе! Нифига себе, самолет! Нифига себе! Нифига себе, девочка! Привет! Погоди, стой, я хочу посмотреть, там летит самолет! Привет! Он летит через камеру, он сейчас подорвется! Ну что, ребят, давайте сфотографируемся, а то у меня время поджимает. Мне еще доехать до дома, поменять трактор и ехать на работу. Дядя Саша, салют. Агати, мужики, чей самолет? Да, один рабочий, один такой. А как рабочий зовут? Да. А кокошек, Держи. Вот так вот, держи ты. Сверху. 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 Маша, давай да, сфотографируемся. Нормально, стой. Ты что? Я тебя держу вот так вот тебя, вот больше. Держи флаг вот так. Вот, все. Все руки вверх, 3-4, руки вверх, 3-4.